Они будут убивать тебя каждый раз. Я остановлю это. Тебя ждет сумасшедшее время! Хоба! Всем здорово! С вами, как всегда, ваш дорогой браток, и мы с тобой продолжаем играть в Undertale. Ау! Вот так вот называется модификация. Всеми желаю приятного просмотра, приятного аппетита. Не забудь поставить свой жирненький царский лайк, а также подписаться на канал, если ты здесь впервые. Друзья, наконец-то мы продолжаем спустя такое количество, блин, дней, скажем так. Или погоди, или уже месяц прошел, или два. Я уже забыл. Ребятки, в общем... Короче, мы в отеле МТТ, все дела, тут он ничего нам не продает, ну хоть помыться, я не знаю, почему-то Фриск прям вообще такой грязный, как не знаю кто, посмотри, как он выглядит, моська аж чумазая какая, или это, или погоди, это щетинка что ли растет такая, нифига, блин, взрослеет, взрослеет, смотри-ка, в общем, прикольная модификация, где многие персонажи вообще, у них теперь другая роль. Это так странно, на самом деле, но прикольно. И сейчас вроде как нас должна встретить... Нет, погоди, это не Андайн, а кто? Не понял. Нет, это не Чара, потому что Чару мы, кстати, тоже здесь встречали, друзья. Чара Санс, скажем так. И, в принципе... Дружище, как же ты крипово. Почему? Почему никто не слушал Гастера? Он предвидел конец всего, но никогда никто его не слушал. Я думаю, что скоро все так поступит, сгинут во тьме. Так, что насчет лифта? Ага, лифт нас довез. Как быстро! А вот и она. Андайн МТТ. Так-так. Только посмотрите, кто пришел. Наш давний гость. Даже несмотря на то, что ты проделал такой путь, мне придется забрать твою душу. Аниме-девочка? Где? А ты хорош. Она сейчас еще круче, да, станет? Нео? Ребята, что там Хо-хо, тебе так не терпится увидеть мое новое тело. Я ждала этого момента очень долго. Ты тоже, верно? О да, я чувствую, как мультики с поверхности насыщают мои вены силой. Мои кибернетические части заряжаются на полную. Копья становится острее. Готовься, человек, ведь пришло время для... Андайн! Окей. Андайн... Экс начинает свою премьеру. Да, оно хорошо, ребятки, сейчас попробуем. Спокойненько все сделать. Так, что мы можем? Проверить взгляд, показать силу. А можем, в принципе, по геноциду пойти получать. Ну давай, дядь. Блин, я надеюсь, правильно делаю. Сейчас мне в комментариях напишут, типа, господи, дядя, ну ты что? К счастью для тебя, Панк. Это последние секунды жизни. Встретились становится все больше. А чё так маловато, блин? Копья, бомбы, мотор. Так, пробуем, пробуем, друзья, не знаю. Нет, я звезда, которую все жаждут. Нет, тут нужен рейтинг, ребят. Тут прям нужен рейтинг такой нормальный, понимаешь? А у нас уже там по ХП! Пахнет рыбными. Бургер, мусор. Так, ладно, я понимаю, позировать. Так. Вы встаете в сексуальную позу. Зрителям это нравится. О, время для поп-викторины. Насколько ты хорошо меня знаешь. За что вы любите Андайн? Молчишь? Кто тебя может винить? Рейтинг 86 тысяч, нифига. Нормально? Чё? Что произошло? Так, показать силу. Вы пытаетесь показать силу, зрители это не оценили. Как насчет сердца? Ха-ха-ха.
14 атака. Нифига себе защита, смотри какая. Да... Да почему тут так... Что происходит? Ух, зрители будут ликовать. Давным-давно две расы правили землей. Люди и монстры. Что происходит? Вы наверняка уже слышали эту историю, не так ли? Что ж. Но что же будет, если посмотреть на нее под другим углом? Узрите это сами. Код Санс подтвержден. Первый путь геноцида. Финал битвы. Ух. Отлично, вот и оно. Время для моей специальной атаки. Вот и ничего. Ага, верно. В буквальном смысле ничего. Я помню этот момент, ребята. Я тогда так офигел. До тебя дошло. Я не могу победить тебя. В один из твоих ходов ты просто убьешь меня, так что... Твой ход никогда не настанет. Я просто буду продолжать ход, пока ты не сдашься. Тебе станет скучно здесь. И самое решительное, что ты можешь сделать сейчас, это окончательно сдаться и заняться чем-нибудь другим. Алан. А, ты серьезно? Нет! Это был... сон? Нет, боль слишком реальна. Кажется, был сброс. Какой сейчас путь? Санс! Папирус? Учти, если ты еще спишь, то будешь стирать все носки целый месяц. Ну вы посмотрите, кто проснулся! Оу. Кто же? Ты! Санс, ты же не забыл следить за людьми? Что если они... Придут, а я не успею подготовиться. Но это будет как снег на голову. У меня нет времени на твои шутки, Санс. Он может прийти в любой момент. Так что, пожалуйста, будь внимательней. Конечно, бро. Спасибо, Санс. Обращайся. Мы играем за Сан... Вы серьезно? Просто шикарно, ребята, вы понимаете, мы играем. Кажется, он еще не пришел. Что ж, придется его подождать. Я заодно и перечитаю свой дневник временных линий. Нажмите F для пропуска. Не-не-не, мы, конечно, сейчас почитаем. Дневник, запись 1. Так, я нажимаю. Да, ну. Странные аномалии в мире. Человек буквально за считанные минуты победил тот... О, кость. Человек буквально за считанные минуты победил тот зачеркнутый цветок. И как только он закончил с ним, и после звонка все вернулось на круги своя. Похоже, это только начало. Дневник, запись 2. Странно, что все это сохраняется через время. Человек совсем недавно сходил на вечер кондайн. И сходил на свиданку к Альфис. Ведь недавно он перезапустил все. Но теперь мы счастливы, мы на поверхности. Все хорошо. Дневник. Запись 3. Теперь он решил попробовать что-то новое. Он сподвигнул Андай на все это. На весь этот ужас. Просто... Зачем? Ну хорошо... Блин, как ужасно Андайн тут выглядит. Прям страшно на самом деле. Но хорошо, что мы со старой леди. И хорошо, что мы отлично проводим время. Шутки, готовка, книги. Может, это и есть счастье. Дневник, запись 4. Это уже слишком. Папирус, король. Ему совсем заняться нечем. Теперь он убил старую леди Андайн, Метатона. Больше некому править подземелье, кроме Папса. Бедный бро, народ так давит на него. Он просто совсем уже не знает, что делать. И... Папс совсем уже устал, знал бы он, как сильно я переживаю за него.
Дневник, запись 5. Он просто ушел, ничего не сказав. Может, так и надо было. Но главное, что все сейчас... все счастливы. Трель правит подземельем и так счастлива на вид. Знала бы она, что делала ее дитя раньше. Но, наверное, не стоит подмечать плохое. Стоит пойти да накормить папса пирогом. Дневник, запись. Он убил всех. Ми, там написано, это типа про... Санса? Он заставил страдать каждого. Это все. Игра для него. Он просто раз за разом открывает новый конец для себя. Он просто хочет узнать что-то новое. Я не понимаю смысл в этом, но всем играм приходит конец. Ого! Это... Да мурашек. Некостеприятное зрелище. Санс, я даже здесь слышу твои отвратительные шутки. Прости, бро. Наверное, в те моменты и правда было дико грустно. Но главное, что сейчас все хорошо и круто. Думаю, эта книженца об аномалиях мне больше не пригодится. Человек. Ты повернулся раньше, чем я успел что-то сказать. Странно. Ну, неважно, я Санс, скелет Санс. А ты, как я понимаю, человек? Знаешь, я вроде как должен тебя поймать, но мне это не интересно. Но вот мой брат Папирус, он человеческий фанатик. 365 путей геноцида спустя! Боже мой. Снова длинный коридор. Все повторится, да? Неудивительно. И снова я стою здесь. И бездействую. Просто... Зачем? Ну, типа, в это время он человек всех убивает, а Санс только здесь. Хотел бы я его остановить. Нет, я могу это сделать! Что ж, начнем. Что за прикол? Это типа... Стоп! Что? Можно было за Папируса? Так вот, значит, как. Ты убийца. Раньше я думал, что ты мой друг. Но теперь я вижу, каков ты. Не думай, что я позволю тебе так легко пройти. Ведь тогда ты убьешь всех, кто стоит за мной, верно? Я не позволю тебе пройти дальше. Тебе сейчас кажется, что я слишком слаба. Но... Внутри меня горит сила всех тех душ, что ты уничтожил, и сила всех тех, кто жив. Сегодня больше никто не погибнет от твоих рук, ведь я Андайн. Уничтожу тебя. Героиня появляется. Андайн бессмертная. Так, ну пошло дело. Оу! Я уже и забыл, где я? Где я? Ой-ой-ой-ой-ой! Ребятки! Хот-дог. Вы съели хот-дог! Вы восстановили 25 HP. О, вот это по-нашу. Блин, какие же... Ай. Как-то надо тут... Героиня не сдается! Блин, ее хрен так увалишь. Я ж не проигрок, ребят! Блин, вот так вот, да, мы, значит. Оп. Санс левел 7. Нифига он прокачанный, дружище. Такая себе штука. Да как в смысле там она пару раз повернулась, я охренел. Не сдается она.
А, ну вот это легко. Хорош. Прах сыпется за шиворот. Так. Он слишком быстро было. Так, уже половина хп, нифига мы с тобой. Так, лучше... кетчуп. Мы съели кетчуп. Мы восстановили 38 хп. Это нечестно. Вот это вообще нечестно было. Что за фигня? Хорош. А можно еще раз такую же? Пойдет! Вообще хорош. Это, видимо, режим для нубов активирован. Для меня. Давай еще такой же. Блин, недолго музыка играла. Пет, чё так? Да вы вообще офигели. Так, ладно, хот-дог. Только не такой же режим. Если такой же... Так почему не получается? Так, сейчас... Да тут уже чуть-чуть остается. Давай, давай, два удара. Господи, два удара, все. Ой, все идет. Пойдет. Файт. Вот и финалочка. Нет. Ну это если по сравнению с оригиналом, это реально, это вообще просто очень-очень легко. Даже все мои силы не хватило, чтобы остановить тебя. Черт, я подвела всех. Я такая жалкая. Я думал, что моей решимости хватит. Но это все была ошибка. А ты даже не смей думать о том, что ты победил. Перед битвой я предупредил Асгор о том, что ты сделал. Он поглотил все 6 душ, и тогда... А поглотит? Нифига, и он уничтожит тебя. А даже если нет, ты все равно будешь гореть в аду за все то, что ты совершил. Вы выиграли. Пипец. Пипец просто какой-то, ребятки. Санс! Санс! О! Ну где же он? Шляпник? Оу! Простите, сэр, вы не видели маленького непухлого скелета здесь? Кто здесь? Я буду сражаться. Нет. Офигеть. Брат, остановись, больно. Тише, бро. Это скоро закончится. Тебе не нужно этого делать. Мне нужно, папс. Человек, я должен остановить его. Мы можем работать вместе. Вдруг мы сможем его изменить. Позволь мне помочь тебе, Сан. Ты не понимаешь. Они будут убивать тебя каждый раз. Я остановлю это. Кроме того, это будет лучше быть убитым мной, не так ли? Ну это уже шиза, друзья, я дурочка. Я понимаю, Санс, но это неправильно. Ты можешь быть лучше. Хватит. Все хорошо, я знаю, это было сложно для тебя. Если моя смерть сделает тебя счастливым, все хорошо. Охренеть. Все хорошо. Ты счастлив. Ты забрал всю мою любовь и убил всех. Когда мы уйдем, тогда ты останешься в полном одиночестве. Ты вновь и вновь будешь убивать нас. И в итоге ты сам захочешь нашего возвращения. В таком случае... тебя ждет сумасшедшее время! Так,
А это, я так понимаю, уже следующая глава. В общем, друзья, это просто на самом деле какая-то жесть. Надеюсь, вам зашел ролик. Не забудьте поставить свой жирненький царский лайк. Бай-бай, дорогие братишки.